Лагерь в Сиве? Толемей держит эти земли в повиновении. А я лишь пытаюсь уберечь людей от беды. Рад, что ты здесь. Сделаю, что смогу. Но не забывай, у меня есть своя цель. Знал, что ты нам поможешь, Сенни. Что случилось? Солдаты не знают жалости. Если думают, что кто-то им соврал, сжигают всю деревню. Или что похуже. Вот ты и дома, Байк. Все ведь тебя заждались. Домами, детьми и жизнями. Люди словно опустошены. Угрозы, допросы, вымогательства, поборы и избиения по всему оазису. Мы все научились подчиняться и прятать взгляд. Ты сам все видишь. Не привлекай внимания. Домой собираешься зайти? Это уже не дом. С дороги! Расскажи про Ибиса. Это Нормон. Он здесь? Он проклятие нашего оазиса. Знал это всего прибытием. Солдаты как с цепи сорвались. Раньше они дрались с крестьянами только с пьяными. С тех пор, как тут Медунамон, они стали собранными и жестокими. Все больше причин убить его. Будь осторожен, Байк. Он с виду хлипкий. Жители Сивы, так будет с каждым, кто ослушается воли Медунамона, жреца фараона. Слава Амон-Ура! Байк возвратился в Оазис. Байк, ты здесь! Здравствуй, Тома. Нет смысла ждать. Идем. Да. Он проклятие нашего оазиса. Сам видишь, с его прибытием солдаты как с цепи сорвались. Раньше они... Ну что, пойдем. Отдыхай, друг. У тебя был тяжелый день. Нет, отдых не для меня. Нужно готовиться к бою. Хабзепа! Хабзепа! Солдаты снова! Байк? Рабия! Рабия! Я так боялась! Конечно, боялась. Ты ведь меня знаешь. Ну и ну. Раны? Ушибы? Ерунда. Сядь! Все поправим. Ты все такая же. Айю, тебя. Сколько ж я вас лечила. Защищала от старших. Все изменилось. Но ты так же крепок.
О, великий Осирис! Думал, ты не проснешься. Рабия перевязала меня, и я... Я решил не будить. Бой с Медунамоном потребует много сил. Кстати, друг... О, лук! Попробуй пострелять. Старайся целиться прямо в голову. Одна из мишеней прочнее остальных. Ну? Эбзефа! В чем дело? Тебя ищут солдаты! Ну? Идем, живо! Проследи, чтобы никто не покинул дом живым. Кебзефа! Нужно поговорить! Намарх Руджик убит! Возможно, виновен твой друг Меджай! Выходи! Помоги очистить его имя! Устроим засаду. Нак! Теперь они найдут письма и сожгут мой дом. А меня казнят. Не бойся. Я с этим разберусь. Осторожно. Кто здесь? Покажись. Тихо. Он слишком близко. О! Теперь остальные... Станем его врасплох. Нельзя оставлять тела на виду. Здесь его не найду. Спасибо. Я же говорил, эти мерзавцы ничего не боятся. Самоуверенные мерзавцы. Все так. Пойдем наверх. Я расскажу об обязанностях Меджая Сивы. Все горести Сивы здесь. Я пытаюсь помочь каждому, но я один. То есть ты не обладаешь божественной силой? Но наша главная беда — этот человек, Медунамон. Люди надеялись, что он все изменит. Мол, жизнь наладится. Вскоре мы узнали правду. Слушай. Я всерьез опасаюсь за твою семью, жрец. Отправлю их в более безопасное место. Вот этот человек твой враг. Я найду его и убью. Медунамон намного сильнее, чем кажется. И окружил себя лучшими воинами. Мне все равно. Ты погибнешь. Чтобы убить этого тощего мерзавца, нужна подготовка. И уж точно доспехи получше. Я сделаю их сам. С оружием сложнее. Солдаты унесли из деревни все. Поговорю с кузнецом. Да, думаю, Бенипи поможет тебе с этим. Может, и Сену найдет что-нибудь. Сену? Сену жива? Смотри, кто это. Сену, это ты! Красавица! Рабия выходила ее. Спасибо ей. Людям нужна твоя помощь, Баек. И они готовы помочь тебе. Понимаю.